Чтение – это главное занятие в жизни человека, которое ему доступно, которое есть. Вот к какому выводу я уже давно пришел, вот я вам его и ретранслирую. Абсолютно. То есть я... Смотрите, я прирожденный скрипач. У меня руки созданы для скрипки. Наверное, сознание тоже. Моя выносливость, все под это заточено. То есть я абсолютно прирожденный скрипач. Но скрипка не дает мне читать. Я думаю, это основное, понимаете, основное, что меня смущает именно в высших материях. Понимаете, так-то можно совмещать, естественно, то есть можно достаточно неплохо играть и с меньшими часовыми затратами, но высшее мастерство – это исключительно, когда ты только живешь игрой на скрипке, и больше ничего нет. Только исключительно вот так. И вот... Главное, что меня смущает, даже не безденежье, не изоляция, не отсутствие женщины. Ко всему к этому ведут занятия на скрипке, а именно отсутствие чтения. То есть чтение – это, безусловно, главное, что доступно. И вот я на ночь, вот сегодня, ну, в ночь на... Ночь на сегодня. Там чувачки такие какие-то прикольные. Я читал, сейчас я скажу, как ее зовут, писательницу. Очень вдохновенная американская писательница. Она «Призрак дома на холме». Сейчас ее достану. Блин, а где она? Что здесь? Нет, не здесь. Сейчас, ребятушки, тогда отключусь и достану.